Магазин «Березка». По адресу Краснохолмская, набережная, дом 3, сейчас расположен магазин «Мусторг», а в советское время там находился магазин «Березка» – сети фирменных розничных магазинов, реализовывавших пищевые продукты и потребительские товары за иностранную валюту, либо сертификаты, а позднее чеки Внешторгбанка и Внешпосылторга. Существовала сеть «Березок», принимавших чеки серии «Д» для обслуживания дипломатического корпуса. Предшественником «Березок» считается сеть магазинов «Торгсина» – всесоюзного объединения по торговле с иностранцами, существовавшая в 30-х годах 20 века. Однако данная торговая сеть имела принципиальное отличие от «Березки», так как была ориентирована на прием золотовалютных ценностей от самых широких слоев советского населения. За годы работы «Торгсина» у населения было принято в оплату за пищевые продукты и товары около 80 миллиардов золотых рублей, что составляло свыше 95% золотовалютных накоплений населения. Эти магазины всегда были под пристальным вниманием органов, так как желающих иметь импортные вещи в СССР было предостаточно, а сделать это законным путем далеко не всем представлялась возможность. Подвести итог работе данного предприятия советской торговли также не представляется возможным, даже историкам, так как в настоящий момент все архивы, включая бухгалтерские документы, остаются секретными с продлением сроков хранения еще на 30 лет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поддерживайте нас и продолжайте движение по маршруту. До встречи в следующих видео. Увидимся!